Мне дедушка сразу сказал, ты пойдешь на автослесаря, отучишься после 9 класса, потому что там нужна мужская профессия. Ну, ничего хорошего не могу об этом сказать. Не знаю, у тебя есть план работы, который тебе нужно выполнить, и, в принципе, больше тебе ничего не требуется. Когда там подсобирались деньги, мы купили гитару, мне электрическую и комбик. Да, прям там, в техническом обслуживании, подключали комбик, и я там что-то играл, наигрывал. В жизни есть такие какие-то решения, когда вот тебя само что-то толкает, или не ты принимаешь, а вот тебе как-то вот что-то подсказывает. Есть такая штука, X-Factor Online, надо попробовать. Нет никогда предела совершенства. Всегда к чему-то нужно расти, нужно развиваться. Нельзя стоять никогда на одном месте, и тогда будут мечты сбываться.